Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Вязальные посиделки. Сегодня хочу вам показать очень красивую классную резинку, которая к тому же отлично держит форму. Она очень плотненькая, красивая с обеих сторон. Вот одна у нее сторона, на второй стороне такие более объемные получаются здесь дорожки вертикальные, тоже из фактурных петелек. Вот. Это вариация резиночки «Хлебный колос». Только связана она не 1 на 1, а 2 на 1. То есть в одном ряду чередуются 2 лицевые и 1 изнаночная, а в другом, ну, соответственно, наоборот. 2 изнаночные, 1 лицевая. А для тех, кто забыл, как вяжется резинка «Хлебный колос», я покажу дальше. Красивые объемные петельки в этой резинке получаются за счет того, что мы все петли вяжем скрещенными. Для поворотного вязания мы набираем кратно 3 плюс кромочные петельки, плюс по желанию для петли для симметрии. Вот если на этой стороне у меня, например, начинается с лицевой, то добавляем одну петельку, чтобы лицевой закончить. Кромочная. И первая петелька у нас лицевая, провязываем ее скрещенной, и ниточку мы захватываем из-под низу, не сверху, как обычно, а из-под низу. Сейчас дальше покажу. Далее 2 изнаночные петельки, вот так они у нас лежат. Мы ее провязываем не за заднюю стеночку, а за переднюю. Вяжу ее классическим способом. Для меня это не очень удобный способ вязания изнаночных петелек, но узор того требует. Так, провязали раппорт узора, и дальше снова у нас лицевая петля. Подхватываю ниточку не как обычно, а из-под низу. Снизу зацепляю ниточку и провязываю лицевую петлю. 2 изнаночные петли. И повторяем раппорт до конца ряда. Повернули вязание на другую сторону. И дальше точно так же, только у нас здесь петельки будут 1 изнаночная, 2 лицевые. Снова видим изнаночную. Так, вот перед нами изнаночная петля, и провязываем ее точно так же классическим способом. Провязываем ее перекрученной. И чередуем весь ряд. 1 изнаночная, 2 лицевые. Петли провязываются одинаково в каждом ряду. Повторяем весь ряд. Вот такая простая, красивая резиночка. Ставьте лайки, чтобы не потерять видео. И кто не подписан, обязательно подписывайтесь. Всем пока!